планшет Архас или Арчус, не знаю, как правильно, AC70 BCV, Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек, нужно попасть либо в рекавери, либо в какое-то меню тестовое, где можно сделать сброс. Так, теперь попробуем. Зажмем ему минус, так, минус и питание. Две клавиши подержим до заставки. Заставка загорелась, питание отпустили, а минус держите. Ждем какого-нибудь меню, напоминающего рекавери. Нет, это тестовое меню, оно нам тоже не подходит, но это на крайний случай оно вам подойдет. Вот эта первая строчка, первая строчка с английским словом EMMC, она вам сделает сброс. Если ее выбрать, планшет сделает очистку внутренней памяти, и, возможно, ваши глюки, ваши программы, пин-код, графические ключи удалятся. Значит, попробуем еще раз. Плюсы питания, я что-то неправильно делал. Там плюсы питания зажимаем, у него загорится меню из трех строчек. Fastboot, Recovery, Fastboot и Normal. Кнопка громкости вверх там перемещаться, а кнопка громкости вниз либо питанием выбирать. Сейчас вместе попробуем. Плюс и питание. Две клавиши, пока не загорится экран. Экран загорится, все клавиши отпустить. Иногда надо плюс подержать. Сейчас вот посмотрим. Можно сразу все отпустить. Вот в такое меню у нас Recovery, Fastboot и Normal. Кнопка громкости вверх перемещаться по меню, а кнопка громкости вниз выбирать. Навели на строчку Recovery и нажали вниз. Если вниз не срабатывает, то питание. Все, видимо, зависит от модели. А теперь ждем, пока появится само Recovery. Загорелся зеленый робот. Если дальше Recovery само не включилось, пробуем питание. Питание не сработает, пробуем вверх. Вверх бы не сработало, питание зажимаете и коротко нажимаете вверх. У нас сработало питание, опускаете вниз до строчки WebData Factory Reset и нажимаете питание. Если питание срабатывает, то вверх. Опускаете вниз до строчки езды лета у User Data и нажимаете питание. Если питание сработает, снова вверх. Он сделал сброс, внизу нужно дождаться надписи Data Web Complete, перебрасывает вот в это предыдущее меню, а здесь выбираете первую строчку Reboot System Now. И убираете, планшет перезагрузится и сбросит свои настройки. Значит, два момента, которые нужно знать. Первое, это то, что удалятся только мелкие проблемы, то есть какие-то графические ключи, там, пин-коды, мелкие вирусы, мелкие проблемы, ошибки приложений. Для чего-то большего, для чего-то более серьезного, для серьезных вирусов нужна прошивка, причем возможность форматирования. Вот. И второй момент, если у вас Android 5.1.6.7, вам перед тем, как делать хард-резеты, перед тем, как какие-то любые манипуляции делать с прошивкой и так далее, нужно выйти из учетной записи Google. Меню, настройки, аккаунт, учетная запись Google. В правом верхнем углу кнопка с тремя точками, там будет удалить аккаунт. Из него выходите, только потом делайте все нужные вам операции. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.